Всем привет! В данном видео я сделаю тирлист от худшего к лучшему навыку. По моему мнению, можете меня раскритиковать в комментариях. Желаю приятного просмотра. Нахасли у себе на Леона за... Ты не сказал, что тебя любишь сам. Я люблю лишь семью и большой нам. У меня есть пули, они для тебя. Поделю я это все на категории: первая очень слабая, вторая слабая, третья средняя, четвертая хорошая, пятая очень хорошая. В первой категории слабый у нас первый навык офицера револьвер. Слабый он тем, что не дает большого импакта, не самонаводится, да и урон от него небольшой. Как по мне, навык слабый. Следующий второй навык на друида. Лоза данная почти не поможет, ведь действует она недолго от пуль, это будет плохо защищать, да и урон немного 200. Это если максимально постараться поставить ее не криво, поэтому навык фигня. Следующий — это второй навык на разбойника. Вроде бы тебя ускоряет, но он не делает тебя уязвимым, он почти неуправляемый. От него ты можешь попросту напороться на динамит или на яд. Впрочем, навык бесполезный, остальные навыки разбойника будут явно лучше. Следующий навык на робота второй. Вот на самом деле, от них толк вообще есть. Урон маленький, пак слабый, действие навыка тоже небольшой. Поэтому навык фигня и остальные навыки робота лучше. Следующий — это второй навык на ассасина. Клоны на третьих локациях должен быстро, интеллект у них очень тупой. Они еле могут стрельнуть хоть раз. Даже с хорошим оружием они бесполезны. Следующий навык — это первый навык вампира. Вроде восстанавливает здоровье и энергию, но у него нет здоровья почти вообще. И восстанавливать тупо нечего. Да и третий навык, как по мне, будет намного полезнее этого. Следующий — это третий навык на эльфа. Они почти не наносят урона, мало восстанавливают, также не дают большого импакта, перезарядка долгая. Да и третий навык, как по мне, худший, и первый будет, наверное, лучше. Следующий — это второй навык эльфа. Тоже редкостная фигня, урон маленький, толку почти ноль. Следующий, последний в данной категории — это первый навык священника. Во-первых, он оставляет не очень много здоровья, но его главный минус — это, чтобы его восстановить, надо стоять именно в круге с восстановлением. В остальных навыках священник может восстановить здоровье на расстоянии, поэтому этот навык слабый. Переходим к категории слабые. Первый в данной категории — это второй навык берсерка. Возможно, хороший в билдах с сильными оружиями, но мы оценим навыки без билдов, а билдов он будет почти бесполезный, то есть их не использовать. Следующий — это второй навык офицера. Также самая ситуация, что и с берсерком. Но мы не оценим навыки с билдами, поэтому навык шляпа. Плюс этого самовод. Плюсы этого навыка закончились. Следующий — это навык посланника стихий. Навык почти не помогает защите от урона. Урон такой себе, да и сам персонаж фигня. Следующий — это первый навык на робота. Он его замедляет. Урон вообще небольшой, да и импакт за счет сплэш урона немного. Следующий — это третий навык на оборотня. Он исцеляет здоровье, и чтобы это сделать, надо сбежаться с врагом. Это очень опасно, поэтому навык почти бесполезен. Следующий — это второй навык на вампира. Навык не помогает, останавливает энергию, которая бесполезна в хардмоде, немного здоровья. Я бы даже сказал, что он бесполезный и толку от него ноль. Все еще это третий навык на инженера. Спасает он от пуль хорошо, но вот лазеров нет, а также урон у него даже поменьше, чем от первого навыка, если я не ошибаюсь, поэтому навык фигня. Все еще это второй навык на некроманта. Он маленький, один чертенок умирает быстро, навык бесполезен. Следующий и последний в этой категории — это первый навык берсерка. Ярость — это хорошо, но нет никакого щита, да и полезен будет только в некоторых билдах, поэтому навык фигня. Следующая категория — это средний. Открывает ее третий навык на офицера. Урон от него неплохой, но нет наводки. Тем самым это очень трудно большой импакт сделать тем навыком. Следующий — это второй навык на рыцаря. Если придумать какой-то билд, то он будет прикольным. Но мы сравниваем без них, поэтому навык так себе. Следующий — это третий навык на робота. Он дефает только от пули, и плюс у него есть какая-то задержка перед использованием. Из плюсов — быстрая перезарядка. И в целом навык неплохой. Следующий — это первый и второй навык на мага. В целом они обои неплохие, но профит от них не такой же большой, как от третьего, поэтому они тут. Все это второй и третий навык алхимика, как по мне, второй неплохой, но сейчас первый стал лучше и польза второго стала меньше, а вот третий он дотерпел. Но если вытерпело, то этот навык можно ставить в категорию лучше, но из-за времени я его поставил в средний. Все еще это третий навык на священника, он может использовать только в МП, но лучше, когда вы только вдвоем. Там даже вдвоем, наверное, все-таки будет второй получше, поэтому он тут. Все еще это первый навык демона манта. Навык наносит урон стоящим врагам в круге, но он не сильно большой импакт дает, поэтому он средний. Следующий — это третий навык на паладина. Средний навык, как по мне, другие все-таки будут лучше. Следующий — это второй навык оборотня. Похож на его первого чутка, но чуть хуже. Его и импакта также меньше. Следующий — это первый навык ниди. В целом неплохо, что дает неуязвимость, но пользоваться им трудно, да и импакт от него средний. Следующий, последний — это первый навык на инженера. Трое сносит неплохой урон, но они умирают быстро. Но импакт в целом неплохой, их можно ставить до двоих, поэтому на. Бывает категорию хорошую — первый навык дуида. В целом собаки неплохо помогают защитить от урона, придя внимание на себя, также они могут заморозить, но
положить огонь. Да и в целом пакт от них хороший. Следующий — это первый навык мага воздуха. Навык самый неплохой, делает рывок, наносит урон, делает его несколько секунд. Не знаю. В целом, хороший навык. Следующий — это первый навык безымянного. Он также делает рывок, становится временно неизвестным. В целом, навык хороший. Следующий — это третий навык некроманта. Навык неплохой, но все зависит от трудности комнаты, но третий локасов будет люто помогать, поэтому он тут. Следующий — это первый навык Далласа. Сейчас он не очень, но в целом урон неплохой, да и профит тоже есть. Но, возможно, его надо поставить ниже было. Следующий — это второй навык священника. Восстанавливает здоровье, ускоряет сцеление брони на расстоянии. Силен в мультиплее, но забеги фигня. Следующий — это первый и третий навык на рыцаря. Они обои очень сильные, особенно в билдах, но билды мы не учитываем. Также они со стартового оружия могут разносить кабины. Следующий — это второй навык Далласа, в целом очень полезный. Жаль, что от лазеров не дефает и отражает пули. Хороший навык, да идти лучше. Следующий — это второй навык паладина. Урон у него хороший, ДПС тоже неплохой, можно дефать от пуль, но до лучших он не доходит. Следующий — это первый навык алхимика. Классный навык, но есть хороший урон, но до лучших его надо еще усилить, но он в целом так сильно. Следующий — это третий навык мага. Урон хороший, дефает от пуль, перезарядка всех долгая, 36 снарядов, но навык отличный, поэтому он тут. Следующий, последний — это первый навык спецряд. В целом он хороший, но и все его стати сильные, поэтому он тут. Открывает категорию очень хороших первый навык эльфа. Если хорошо научиться, то можно быть бессмертным. Навык, поэтому он ба. Дальше все будет коротко. Дальше первый навык паладина, Далласа. Тут все понятно. Следующий — это третий навык вампира. Дальше третий навык друида. Дальше первый навык путника. Дальше третий навык ассасина. Дальше первый навык ассасина. Дальше третий навык берсерка. Дальше первый навык оборотня. Дальше второй навык инженера. Дальше первый, третий навык на разбойника. На этом наше видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.